На рекордные для региона объемы в жилищном строительстве выходит в этом году Западно-Казахстанская область. До конца года планируют создать в эксплуатацию 1500 квартир в 13 многоэтажных домах. Их общая площадь почти 82 тысячи квадратных метров. Новоселье отметят более 900 семей, стоящих в очереди на социальное жилье. Ключи от квартиры в двух новых пятиэтажках вручили в канун Дня города. Габит и Зайнура Исмагуловы женаты 8 лет. С двумя детьми все это время они ютились в съемной квартире. В новом микрорайоне супруги получили двухкомнатную квартиру. В 2014 году мы прошли по программе «Молодая семья» в феврале. И вот спустя 2,5 года мы получили эту долгожданную квартиру. Очень рады, счастливы. До сих пор не верится. Мы очень рады, довольны, большое спасибо. То, что 25 лет независимости, получение квартир совпало, большой праздник для страны. Мы очень рады. По всем направлениям программ развивается город и строятся дома. Из них 15 домов по программе «Нурлы». В этом году запланировано 9 домов по программе «Нурлы».